которых у меня нет. С меня смеются, что я вилкой ем майонез. Да. Я вилкой ем майонез. Я не ем вилкой майонез. Поэтому я его выколупываю. Подружек, я выколупываю из такой баночки майонез просто. Мой друг. Потому что майонез не выколупывается по-другому. А сейчас я буду есть питательную здоровую пищу. Ой, пищу. Здоровая, видела я. Слышишь, вы только выпиваете кефир, тут открывает банку с пепсиколой. Здоровая, да. Питательная пища. Да, вот у меня такая хорошая, да, еда. Да. Да. О, я как модная. Да, конечно, я твой голос уже давно сняла. Тебя все услышали. А то говорят, что у меня нету подружек. Полно. Сейчас пройду по коридору. Главное, чтобы не трогали мой майонез. Да. Короче, вот так вот и живем. Лосось кушаем. Лосось, красная рыба, зеленая рыба. Синяя рыба. И так по этой, по всем цветам радуги. Так мы и живем. Уборка номеров. Да. У меня есть подружка, которая очень любит убираться. Я ее не снимаю, только снимаю эту метлу. Это для подружки сказала. Да. Ну, не все же. Улыбнулась, это она слишком серьезно занятая. Все, до работы осталось. До Нового года осталось. Как у то это? Два дня. А до работы осталось сколько там? 4 часа. Нет. 3 часа. Душу. Сколько осталось? 3 часа. Ладно, всем пока.